Несколько дней осталось до самого грандиозного телемарафона в истории якутского телевидения. 1 апреля в эфире радио и телеканала НВК «Саха» пройдет акция «Весна на НВК». Сегодня организаторы проекта рассказали журналистам и блогерам о том, что приготовил национальный канал для своих зрителей и слушателей. Это подведение итогов многочисленных конкурсов проекта и бесплатная лотерея на площади Дружбы, призами в которой станут сруб дома, баня и сертификат на строительство беседки. Раздача 5000 браслетов-купонов начнется на площади в 13 часов дня. Завершит весенний проект шашечный турнир среди чемпионов мира по шашкам Николаем Стручковым и Гаврилом Колесовым. Мы хотим, чтобы именно в этот день уровень телесмотрения нашего канала, главного канала нашей республики, он значительно вырос. И как добиться этого? Всем известно, что НВК – это один из самых позитивных каналов. Мы собираемся в пять раз повысить дозу позитива, который исходит с наших экранов. И я думаю, что всем будет, всей республике будет интересно смотреть, что хорошего, позитивного творится в этот день.